Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана с двумя отвертками, а вернее двумя комплектами отверток. Первый вариант — это прецизионная отвертка по типу Xiaomi, она механическая. Ну а второй вариант — это у нас отвертка автоматическая, это Bosch. То есть два этих типа отверток мы рассматривали на предыдущих видео, каждый по отдельности. Так вот, чтобы подружить между собой биты прецизионной отвертки вместе с автоматической отверткой Bosch, нужно иметь кое-что в наличии. А конкретно, так, например, у прецизионной отвертки типа Xiaomi, там у нас бита равна 4 мм, а вот у отвертки электрической автоматической Bosch, там идет 1/4 дюйма. Необходим переходник. Ну и в данном варианте представлен один из переходников, который у вас расположен в центре. Ну а сами отвертки располагаются, соответственно, слева и справа. Слева у нас идет прецизионная отвертка, справа у нас идет автоматическая отвертка фирмы Bosch. Все это пришло достаточно быстро, ну относительно быстро, около месяца все это заняло. В комплекте у нас лежит два переходника одного и того же номинала, то есть с 1/4 дюйма на 4 миллиметра. Ну и давайте смотреть, что находится внутри. Да, это все пришло, как обычно, у нас в сером пакете. Внутри вот находились вот эти вот переходники, так называемые биты. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Ну и давайте смотреть, что находится внутри. Вот такой пакет китайский. И внутри находится две у нас одинаковые биты. А вернее, переходники к битам. Так, вот что они себя представляют. С одного торца у нас заглушка стоит, ну а с другого торца непосредственно отверстие для того, чтобы устанавливать шестигранные биты. Вот они, такого плана. Давайте одну отложим. И давайте сейчас посмотрим, как это все у нас осуществляется действие. А именно, размещаются биты с прецизионной отвертки на автоматической отвертке фирмы Bosch. Кстати, вот здесь биты Bosch тоже у нас был на моем канале. Можете посмотреть и увидеть. Берем эту биту, переходник. Ну, ввиду того, что здесь все намагничено, внутри располагается тоже намагничено, ничего не упадает. И давайте возьмем один вариант бит прецизионных. Полностью открывать не будем. Возьмем одну биту, они тоже намагничены, как вариант. Или давайте другую возьмем. Вот такой вариант. Ну и вот так вот у нас все это дело располагается. Как видим, у нас ничего не упадает. И благополучно все взаимодействует. То есть при необходимости, если вам это нужно, при помощи данных переходников можно воспользоваться битами из прецизионной отвертки и открывать, отворачивать, либо заворачивать винты от различных устройств для того, чтобы их вскрыть, отремонтировать, ну и в последующем закрыть, а именно открутить и завинтить те винты, которые находятся на этом устройстве. Давайте, кстати, как вариант примера здесь кое-что сообразим и посмотрим, как это все дело откручивается. Не забываем, что у нас объявлен розыгрыш при условии достижения на моем канале 10 тысяч подписчиков, и это количество будет держаться около недели. Я разыгрываю объектив для смартфона аноморфной Ulanzi, что вы сейчас видите перед глазами, поэтому проявляем активность, подписываемся и ждем момента розыгрыша данного объектива аноморфного Ulanzi каждому желающему, причем отправлю в любую точку мира. При условии, что с этой точкой мира осуществляется почтовая служба между Российской Федерацией и той почтой, куда я буду отправлять.
hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do, that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, bitch, I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath. Итак, я вам продемонстрировал переходники для применения бит с 4 мм на 1/4 дюйма. То есть мы с прецизионных бит 4 мм по типу Xiaomi при помощи этого переходника разместили в отвертке Bosch, которая предназначена биты размером 1/4 дюйма. Все, как видим, прекрасно работает, откручивается и закручивается. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал, информацию предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.